Отлично, Смэш. Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Сегодня у нас очень вкусный праздничный рецепт. Мы будем готовить тортик, но не обычный, как вы могли подумать, а тортик из крабовых палочек. То есть он будет закусочный. Нам понадобятся самые простые ингредиенты. Крабовые палочки, вареные яйца, твердый сыр, чеснок, можно взять сухой или свежий, и, конечно же, майонез. И сначала нам нужно подготовить яйца. Мы их варим вкрутую, очищаем от скорлупы, разрезаем на половинки и отделяем белок от желтка. То есть складываем белок и желток в разные миски. Желток мы просто разминаем в крошку, можно это сделать с помощью обычной столовой ложки или толкушки, а белок мы натираем на крупной терке или просто мелко режем. И теперь на терке мы натираем твердый сыр. Теперь мы смешиваем в миске желтки, натертый сыр, чеснок и майонез. И все это хорошенько перемешиваем. У нас получилась вот такая штука. Это, можно сказать, наш крем. Он, кстати, должен быть такой не сильно густой, чтобы мы смогли его намазать. И теперь мы берем крабовые палочки, разворачиваем их и промазываем каждый слой палочек вот этой вот штукой. Здесь самое главное выбрать хорошие крабовые палочки, чтобы они легко разворачивались. Потому что есть палочки, которые развернуть просто невозможно. И, кстати, лучше всего покупайте охлажденные палочки, а не замороженные. Вот такой тортик у нас получается, и теперь нам нужно промазать оставшейся смесью края. Края тортика мы промазали, и теперь посыпаем тортик со всех сторон раскрошенным белком, то есть украшаем его. Пробуем наш тортик. Вкусно? Если вам надоел крабовый салат, но крабовые палочки на новогоднем столе все равно должны быть, потому что ваши домашних просят, то сделайте вот такой вот тортик. Вы точно не пожалеете. Он очень вкусный и необычный. И, кстати, смотрится интересно и красиво. Обязательно поставьте лайк этому рецепту, а еще лучше напишите комментарий. Подписывайтесь на мой канал, потому что впереди у меня будет очень много вкусных новогодних рецептов и не только. Пока!